Выборы в Ивановской области состоялись. Областной избирком озвучил предварительные итоги голосования на выборах депутатов регионального парламента. Данные из участковых избирательных комиссий обработаны на 94%, но в целом картина ясна. 12 мандатов у нас получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», и один мандат получает кандидат, выдвинутый Российской партией «Пенсионер за справедливость». Что касается единого областного округа, то 5-процентный барьер у нас преодолели только три партии. Это партия «Единая Россия», партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Либерально-демократическая партия». Таким образом, кандидаты от партии «Справедливая Россия» в региональный парламент не попадут. До 5-процентного барьера не хватило совсем немного. Большинство в областной думе будет представлено депутатами от партии власти. За «Единую Россию» свои голоса отдали 55% жителей, у КПРФ 14% голосов, за ЛДПР 7%. На этот раз город Иваново очень серьезно, в отличие от предыдущих лет, поддержал правящую партию. Это означает то, что в городе отчетливо замечают те перемены, которые есть. Обычно всегда в крупных городах ситуация и по явке, и по поддержке действующей власти всегда ситуация пониже. Запомнить эти выборы как самые спокойные. Число нарушений было незначительным. За порядком на избирательных участках следили более 2000 наблюдателей. Явка избирателей составила 31%. Наименее активно голосовали жители Ленинского района областного центра. Отдать свой голос пришли только 16% жителей. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.